У меня тут обалденная посылка. Тяжеленная, как я не знаю кто, весом в 2 килограмма. Да еще немного проблемная, потому что изначально был присвоен один трек-номер, потом он не отслеживался. У меня в приложении вылез другой трек-номер. Я не могла понять, что это, потому что вес большой. Я не думала, что это весит столько. Вот. И только на почте в отделении у меня трек-номер поменялся на положенный. В общем, блин, в прошлый раз, по-моему, было поменьше. Ой. В прошлый раз такая штука была поменьше, полегче, потому что вот толщина коробки, да, вы видите? Я сейчас что-то как-то прям в шоке. Тарам, тарам, тарам. Опа! Опа! Минги! Здорово! И здесь Юнхо. О, прикольная фотка, такая прям домашняя какая-то, видимо, в студии. Я только не поняла, вот эта карта. Outlaw? Ну что, официальная, что ли? Или неофициальная? А, нет, это две карточки. Все, это не офы. Красивые, качественные, но не офф-карты. Это от магазина. Это от магазина, от продавца. А вот это уже предзаказная открытка от Токтокю. Потому что я хотела именно версию Токтокю. Можно было без предзаказки дешевле взять. Но мне захотелось большую, красивую предзаказную открытку. А теперь я вот смотрю на все это, и я в шоке. Это реально кирпич. Я смотрю, у ATEEZ прям мания какая-то, гигантизму. Мало мне вон одной плиты бетонной. У меня теперь еще вторая. Поменьше, но по весу немного, кстати, меньше. Там было чуть больше, чуть меньше 3 килограмм, а здесь 2 с хвостиком. Ну да ладно. В общем, вот оно. Красивая. У меня DVD-версия, именно с дисками. Чтоб когти не сломать свои. Есть! Та-дам! Так, вот это диски, как я понимаю. Сами DVD. Круто, что они вот так сделаны, потому что в предыдущей версии у них фотобук интегрированный. С дисками, но там дисков, правда, меньше. Раз, два, три, четыре, пять. Задолбался за их смотреть. Знаете, сколько это часов в компании с ATEEZ вечерочком под чаечек, кофеечек и всякие плюшки. Ладно, не буду это складывать. Ой, фу, пахнет, знаете, свежей типографией. Крутяк. Неимоверный крутяк. Это карты, но они, по-моему, юнитные. Или я что-то путаю. Я уже даже не помню, чего здесь сколько должно быть. И эти два гусара. Кайф. Я, кстати, не помню, есть ли здесь карты или только открытки. Это дневник. Причем он, по-моему, весь на корейском. А, нет, тут корейский с английским. Ну, это хорошо. Буду практиковаться в английском. Что можно сказать? Надо. Это этот. По лору их. Путеводитель, я так понимаю. Блин. Понятно, что он только столько весит. Он тяжеленный. Тут должен быть фотобук. А карт, видимо, нет. Хотя мне кажется, что карты какие-то должны быть. Ну да, карт в комплекте нет. Никаких, тут только фотобук. Ну, ладно. Фотобук огромный. Хотя немного странно. Почему-то я была уверена, что карты есть. Тут же ничего нету больше. Нет.
Странно. Ну ладно. Он очень большой. Вот прям. Ух ты. Ой. Ух ты, классно. Тут даже прям костюмы отдельно. Все-таки серьезные эти два зайчика-мозаичка. Вау. Прям вау. Ух ты. Тут, видимо, описано прям четко, что за костюмы. Ух ты, со съемок. Юнхо какой интересный. Юсанчик с родимым пятном. О. Блин, ну как ему идет, а? Короткая стрижка. Вот Минги и Сан, и, ну и Ханжун тоже. Вот им прям короткие стрижки классно идут. Потому что с такой короткой стрижкой у Йона или Чонхо представить сложно. Ух. Призраки. Вау. Класс. Вау.
Я бы не отказалась от такого постера. Ух ты, ее нитки обалденные. Полосатый чонхо, розовый минги, блин, какой кайф. Ханджун тут уже подсмылся слегка. Монси. Байкеры наши красавчики. Ух ты, белые кадры какие. Уён, по-моему, главный селфи-мастер у них в группе. Почти всегда групповые селфи. Вау! Сделаны руками Уёна. Вот это ничего себе. Вот это ниндзя. Гусары пошли. Слегка пьяненькие гусары, видимо. Ой, кайф. Веселая, пушистая концепт. Мне Йонхо здесь очень нравится. Сунхва в корсете в этом. Шикарно. Вау. Мокрые бедолаги после съемок. Блин, а здесь Ханджуна и Мьюсана так плохо видно из-за стыка. А он еще и большой, тяжелый, сильно не развернешь. О, костюмчики. Прикольно, что это расписано, где чьи костюмы. И можно даже что-то попробовать повторить.
Тут куча комментариев каких-то. Таким реально прибить можно. Неудивительно. Я не думала, что он весит так много. В общем, вот такой вот у меня красивучий улов. Вот насчет карт надо проверять. Официальные это или это от магазина. Я не помню. Но количество DVD меня неимоверно радует, потому что здесь по времени очень много. Потому что они там по 2 с чем-то часа каждый. Вот. Пойду смотреть. Пока-пока.